Мужичок пришел в ресторанчик. Подозвал официанта. Мне 100 грамм, вам 100 грамм и музыкантам по 100 грамм. И так он повторял это весь вечер. Ну, закрытие, пора уходить, встал, пошел. Эй, я счет, а у меня денег нет. Но официант мужичку в морду начал давать продолжительно. На другой день тот же мужичок опять в ресторан приходит. Мне 100 грамм и музыкантам 100 грамм. Официант злым голосом, а мне? А сейчас не... о себе не наливайте, вы пьяно деретесь.